Взрыв котла в общежитии Дубровна. Сообщение о происшествии поступило спасателям сегодня в 3:40 утра. К месту вызова прибыли сотрудники МЧС. Выяснилось, что произошел взрыв бойлера в душевой общежитии Дубровинского лицея сельскохозяйственного производства. На момент происшествия в здании находились 38 человек. Никто не пострадал. В результате взрыва разрушена кирпичная перегородка, повреждены окна. Причина происшествия устанавливается. Пока можно говорить об отсутствии циркуляции теплоносителя в системе.